Дорогой дочке Ниночке, Нинуся, смотри, не балуйся, будь умненькой. Я скоро приеду, вот только разобьем немцев и будем вместе. Твой папка, крепко тебя целую. 14.08.1942 года. Здравствуй, моя доченька Ниночка. Рисуночек твой получил. За это тебя крепенько целую. Наклеила себя в земляночке и посматриваю на него. А как приеду домой, то обязательно его привезу. Слушайся маму и учись рисовать лучше. Смотри, не балуйся. На улицу не бегай. А то простудишься и будешь болеть. Твой папа. Целую.